Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Награждение горожан и открытие моста. Расскажем основные мероприятия Дня города. Лесной поджигатель. Как ловят нарушителя порядка. Наследница Тавриды. В Рязани прошел летний лагерь библиотекарей «Библиомещера». В субботу, 7 августа, в Рязанской областной филармонии состоялся торжественный прием в честь 926-летия города. Почетные гости мероприятия прошли к месту награждения по красной дорожке, а приветствовали их первые лица города – губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская и глава администрации города Елена Сорокина. Торжественный прием в филармонии был посвящен людям. Тем, кто ежедневным трудом создает наш город, историю, архитектуру, культуру. Основное событие приема – награждение почетным знаком за заслуги перед городом Рязанью и медалью Надежды Чумаковой, а также рязанцев, внесших значительный вклад в развитие города. Награды вручила глава муниципального образования Юлия Рокотянская. Сегодня в зале лучшие из лучших. И мне с большой честью, с большим уважением сегодня хочется поздравить с теми званиями, с теми наградами, которые вы получаете. Это ваш труд, ваш несоизмеримый вклад в развитие нашего родного города. Почетным знаком за заслуги перед городом Рязанью награждены краевед Арсен Бабурин, ректор РязГМУ имени Павлова Роман Калинин и ректор РИРО Андрей Кашаев. Решением Рязанской городской думы звание почетный гражданин города Рязани присвоено ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Попову. На протяжении многих лет он участвовал в общественной жизни города, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Не так давно Попов отметил столетний юбилей. Архитектуры, своими традициями, современными достижениями. Но главное ее богатство – это люди. Талантливые, инициативные, надежные. К своему 926-му дню рождения Рязань подошла с хорошими результатами. Продолжается реконструкция второй гимназии, построен детский сад, капитальный ремонт детской музыкальной школы номер 6 обещают завершить к 1 сентября. В Кальном началось строительство новой школы. И все это результаты одного года, отметила глава города. А Николай Любимов за созидательный труд и инициативность поблагодарил горожан. Во многом благодаря вашей поддержке успешно воплощаются в жизнь важнейшие проекты, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, развитие территорий, повышение качества жизни людей. Убежден, что и в дальнейшем наша любимая Рязань будет активно развиваться, станет более благоустроенной, благополучной и комфортной. Мы видим, как за последние годы преобразился областной центр, и эта тенденция обязательно будет продолжена. Впереди много планов и разных возможностей, которые сегодня в том числе заключаются и в национальных проектах России. Губернатор заявил, что в Рязани продолжат строительство школ и детсадов, новых объектов здравоохранения, среди которых лечебный корпус онкодиспансера. Будет развиваться проект благоустройства лесопарка. Вторую жизнь получит торговый городок. Также в городе будут приводить в порядок и другие общественные дворовые территории. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани в День города 7 августа официально открыли реконструированный мост через Лыбецкий бульвар на улице Ленина. К празднику там устроили небольшой фестиваль, который посетил в том числе губернатор Николай Любимов. Автотранспорт и пешеходы по этому мосту движутся уже не один месяц, но полностью проект завершили как раз ко дню города. Лыбецкий мост фактически возвели заново, сломав старый аварийный. А пешеходный тоннель, вернее два под ним, сделали своеобразной изюминкой и настоящим украшением Лыбецкого бульвара. Проект обошелся в 174,2 миллиона рублей – деньги из дорожного нацпроекта. Это, конечно, замечательное событие. Наш древний город отмечает годом в том числе и новых объектов. Потому что при всей древности города он должен развиваться, он должен молодеть, многими объектами прирастать. Физкультурный маршрут Кремлевский стал полноценным именно благодаря завершению реконструкции моста. А это важно не только для спортсменов, но и для безопасности всех гуляющих. Теперь не обязательно выходить на пешеходный переход, не обязательно рисковать. Иногда, к сожалению, водители не все у нас добросовестны, рисковать своей жизнью. Сейчас можно пройти спокойно под этим новым, фактически красивым, очень таким приятным выглядящим мостом. В год 926-летия открылось немало экскурсионных проектов. Среди них квесты «Грибы с глазами», экскурсия на самокатах, маршруты по лесопарку. О них наша телекомпания уже не раз рассказывала. В честь открытия долгожданного моста археологи выставили на
находки, которые обнаружили при реконструкции. Впоследствии монеты, посуду и другие экспонаты передадут в музей Кремля. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани появился поджигатель, точнее в области. Орудует в лесу, а подпаливает как сухую траву, так и поваленные деревья. Правоохранители уже его ищут. О том, что он успел натворить, расскажем далее. Это кадры, снятые очевидцами около Ласковского озера. Повалены деревья не какой-то неведомой силой пару дней назад, а по причине вполне известной, говорят отдыхающие. Больше года назад, 14 июля 2020-го, здесь свирепствовал ураган. Вот только никому до этого лесоповала дела нет до сих пор. И вот такой путь купальщики вынуждены проделывать постоянно. Конечно, пролазить под деревьями или прыгать по ним не обязательно, можно просто лавировать между ними. Но от этого путь удобнее не становится. Вторая проблема – это парковка. Если раньше она была прямо у озера, то теперь тоже переместилась где-то на полкилометра до озера, вот за этими завалами. Притом масштабы трагедии очевидцы, кажется, даже преуменьшили. В социальных сетях они писали о 9 поваленных деревьях. На самом деле их куда больше. Возможно, лежать эти стволы будут до тех пор, пока и их не спалит таинственный поджигатель. Есть в рязанских лесах и такой персонаж. К сожалению, совсем не сказочный, хоть и антагонист. Сегодня на его счету уже больше 30 поджогов. Так говорят полицейские. При этом сваливать вину на отдыхающих силовики пока не торопятся. Поджоги происходят регулярно. Местные жители организовали патрулирование. Патрулирование происходит фактически каждый день. Все начинается в 9:30-10 утра в Солоче. Набирается группа людей от 3 человек. Мы выдаем им технику для леса, хэтбайки. Определяемся с маршрутом и, соответственно, начинается патрулирование. По времени это все выглядит в пределах 4-5 часов. Успехи уже есть. Лесники говорят, что ежедневные патрули оберегают лес. Скорее всего, местные просто пугают злоумышленника. Тем не менее, поджоги продолжаются. Работает один пироман или же группа лиц. И не исключено, что у людей этих свои интересы. Может, выражают несогласие, может, ограничивают доступ к лесу. Это уже решать правоохранительным органам. Здесь больше общественный мониторинг, а предотвращение безобразия в лесах. Потому что, к сожалению, у нашего населения зачастую отсутствует культура поведения в лесу. Люди приезжают, разводят костры, разводят мангалы и как бы очень некорректно относятся к природе. По большому счету мы просто следим за ситуацией. При необходимости вмешиваемся сами, либо сообщаем в органы, контролирующие данные вопросы. Агропустынь, Заборье, Ласково, Требухино, Передельце, Лопухи и поселок Приозерный поджоги фиксировали во всех этих населенных пунктах. Теперь в каждом из них местные жители с подозрениями смотрят на незнакомцев с рюкзаками. Остается надеяться на погоду. С ее ухудшением огонь тоже должен сойти на нет. Но поймать пироманьяка предложение куда лучше. Кстати, патрулирующим волонтером может стать каждый. На сайте Экологического Рязанского альянса есть контактные данные. Можно выбрать удобное время и присоединиться к защите лесов. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 4 человека погибли на дорогах города в ДТП. Такой статистикой поделились сотрудники госавтоинспекции. Всего же на дорогах города зарегистрировано 15 аварий с пострадавшими. В первом часу ночи пьяный водитель на Kia сбил 3 пешеходов. Им не было и 18. 17-летний юноша скончался на месте. Девушку госпитализировали. 3-й пострадавший чудом остался цел. Очевидцы сообщили, что фары у машины не горели. При этом известно, что водители Kia уже не раз заставали пьяного за рулем. 9 лет назад он разбил свою машину. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют инспекторы ДПС. 8 августа приблизительно в 1:00 ночи в Михайловском районе 43-летний местный житель, управляя скутером, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на бетонный столб. В результате происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожной аварии. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В пятницу 6 августа еще одна авария произошла в Шацком районе. Водитель Форда не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами разной степени тяжести его доставили в больницу. Пассажиру повезло меньше. Он скончался на месте. На территории нашего региона выявлено 9 нарушений правил дорожного движения, которые совершили водители автобусов. 45 нарушений были допущены пешеходами. Выдано 13 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети. Всего на дорогах города и области инспекторы ДПС выявили почти 14 тысяч нарушений ПДД, а 49 водителей и вовсе решили сесть за руль пьяными. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
С 3 по 8 августа в Рязани прошло уникальное событие «Библиомещера». Это лагерь молодых библиотекарей России, наследница знаменитой «Библиотавриды», которая проводилась в Крыму. Теперь площадкой стала Рязань. Вот, друзья, там мы посмотрели, сейчас с вами стоит наш былинный богатырь Илья Муромец, наш земляк, кстати, Муромо-Рязанское княжество, 12 век. Вот это представитель былинной заповедной Руси. Здесь мы с вами видим Василия Филипповича Маргелова, это уже наш, я считаю, рязанский богатырь, богатырь наш современник. Вот на таких людях, собственно говоря, и держится Русь, Россия. Эту выставку мы, кстати говоря, подготовили к 75-летию Победы в прошлом году. Это экскурсия для необычных посетителей. Гостями рязанской земли стали библиотекари со всей страны, а посещение выставки – часть культурной программы. Все они – участники летнего лагеря молодых библиотекарей «Библиомещера», который стал своеобразным культурным наследием «Библиотавриды». Татьяна Поздеева приехала из Благовещенска. В 2018 году она была обычной участницей лагеря. Сегодня – спикер, который передает опыт своего города. А опыт этот разный у всех. Даже пандемия внесла, кажется, индивидуальные коррективы. Это новый вызов для библиотек. Одно можно время просто закрыть двери, да, и не впускать ни посетителей, не выдавать там литературу и так далее. Можно просто перейти в цифровое пространство и развивать себя там. У нас в городе Благовещенске, ребята хорошо работают и с VR-системой, и предлагают различный интересный контент в сети, предлагают какие-то там акции в Инстаграме. Ну, то есть очень много там вариантов, и это, в принципе, библиотекари делают так по всей стране. Татьяна Поздеева не только спикер, но и участник лагеря. Таких, как она, еще 16 человек. Библиотаврида всегда была не особо массовой. Однако на этот раз делегаты приехали со всей страны, от Дальнего Востока до Мурманской области. На повестке 6 дней тренингов, лекций, мастер-классов от ведущих специалистов России в области библиотечного дела и прикладных дисциплин. Здесь более камерно, здесь более точно, более глубоко. Вот. При этом идея проекта о таком жестком погружении в основные проблематику, поиски решений, вот если видно, за мной сидит группа и ломает голову, как она будет жить дальше, да, это тоже, это дорого стоит. Но этот проект, мне кажется, даже он немножко другой, как он не мог быть таким же. Он глубже, да? Вот. Он острее даже в какой-то момент, более острый такой, он более концентрированный. «Библиотаврида» появилась после обидного казуса. Библиотекари не взяли участниками на «Тавриду». Тогда они решили провести свой фестиваль. Получилось так успешно, что уже через 2 года и библиотекари свое заветное приглашение получили. В прошлом году вмешалась пандемия, а в этом же крымский лагерь перекочевал на рязанскую землю. Вы можете добавить свое пожелание, это обязательные пункты, которые должны быть учтены в проекте. Здесь действительно фраза «тяжело в учении» приобретает свой смысл. Многие библиотекари, которые прошли эту школу, стали новаторами своей области и задают тренд другим городам. Каждый год веяние моды меняется, меняются и технологии, поэтому библиотеки страны должны не только успевать за ними, но и опережать, чтобы не потерять свою актуальность. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.